Всем привет! Иду с больницы от головного врача, хирурга, микрохирурга. Он сказал, что я могу работать в Польше. Я спросила, можно ли мне на фабрике работать. Он сказал, без проблем. Такая радость. Так что будем дерзать. Такая красота, такая осень теплая. Это онкология, а там дальше идут больницы всякие. Чернигове. Вот так вот. Такое счастье, которым немножко поделилась с вами. Для кого-то это может фигня, для меня это счастье. Потому что у меня сильно большие минуса с детства. И один глаз оперированный. Вот так. Так что будем двигаться дальше. И, возможно, скоро я буду в Польше. А еще